Благодарность за хорошую работу. Сотрудница Щелковского водоканала Наталья Шишунова получила почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области». Поздравить Наталью Шишунову приехал первый заместитель министра ЖКХ Подмосковья Сергей Черепанов. Он поблагодарил труженицу за хорошую службу на благо Щелково и всей Московской области. С лица министра и, можно сказать, губернатора, благодарю вас за работу. Передаем награду, почетный работник ЖКХ, это, наверное, то, о чем мечтает каждый из нас быть. Поэтому еще раз вам большое спасибо, вы большой молодец. Наталья Шишунова, оператор аварийно-диспетчерской службы, работает на Щелковском водоканале уже 25 лет. Диспетчер своевременно отслеживает любые неполадки в работе канализационно-насосных станций и водозаборных узлов на интерактивной карте. В случае аварийных ситуаций оперативно отправляет в ремонтные бригады для восстановления водоснабжения. В задачи Натальи Шишуновой входит и прием заявок от населения частного сектора, а также от социально значимых объектов с целью предотвращения и устранения аварийных ситуаций.